Произошедшему возле этой школы возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. 206, 317 и 105. Убийство, захват заложников и... Крути головой, а? 317. Что произошло сегодня? Сегодня во время... урока географии ученик 10 класса Сергей Гордеев вошел в школу, прошел пункт охраны, в котором находился представитель частного охранного предприятия, и под угрозой оружия заставил открыть ему, и вошел в 10 класс, в котором он учился. Не говоря ни слова, произвел несколько выстрелов учителя географии. И затем, когда по тревожной кнопке буквально через 4 минуты приехали сотрудники полиции и открыли дверь в класс, произвел еще несколько выстрелов, от которых один сотрудник полиции погиб. Это Бушуров Сергей Викторович, прапорщик. А второй... был ранен Крокин Владимир Александрович, старший сержант. Сейчас он находится в больнице, в тяжелом состоянии. Сейчас идет операция. Вот Анатолий Иванович хочет рассказать своих сотрудников, как они героически защищали школьника. Из детей никто не пострадал? Из детей никто не пострадал, насколько мы знаем. Учитель, я еще раз повторяю, Кириллов Андрей Николаевич, учитель географии.